Всем привет, дорогие друзья, общем, с вами СГД, и мы продолжаем играть игру за Гаррис Мод на сервере ДаркРП. Да, где моя работа, кстати? Я работаю вором. Что я ебать он делает? Воришка. Домики. Вот так, лазнет. Наверное, устроить все-таки полиции. Здесь. Ладно, дайте вор домушник. Так, все, я вором стал. Какое самое лучшее дерьмо? Здорово. А оружие интересует? А? Нет. А, да шутка. А сколько самое дешевое оружие стоит? Ты пистолетик? Ну да. А что? Ну, может, куплю сейчас. Тебе пистолетик самый дешевый? Ну, это твое заведение или нет? Не мое. А, ну ты... Ну ты пистолетик можешь дать, да? Окей, подождем. О, чувак, у меня столько нет. Ладно, я пойду. Спиннер продает спиннер. Не, я это продаю, оружие. Но спиннер, у меня не спиннер. А могу сделать вот так вот. Ну, попробуй. Ты нихуя не выйдет. Я уже. Давай. Ездим на бибике какой-то. Я ее обратно закрою. Ой, мне дождик палил. Сюда я выйду. Херли, ты палишь. Надо убить у него. Пушка крутая. А, у меня же нет пушки. Ну ладно, похуй. У меня деньги на банковском счете. Вот здесь вот. Вот мой баланс. Ой, фак, у меня же здесь это есть. Фак, бежим. У меня же, помните, у меня здесь есть, как он называется, этот. Денежный принтер у меня есть. Только я надеюсь, его это не сломали. Доги. А я Джоуде. Чему, квартиру купили? Где мой денежный принтер, алло? Где мой денежный принтер? Где мой курва денежный принтер? Ладно. Пока что еще не все пропало. Да. Денежного принтера у меня, походу, больше нету. Ладно, купим новую квартиру. Вот давай, допустим, вот эту вот. А, у меня 0 баксов. Ладно, потом купим. Я просто денежный принтер просрал. Мне придется снова покупать денежный принтер. Если я смогу взломать чуть квартиру с деньгами... Да вы все зашибись. А если я стану еще и полицейским, просто всех поубиваю фрикилом. Поубиваю всем фрикилом, то я могу и заработать и деньги, и пушки какие-нибудь даже, может быть.
Ребят, у меня идея. Я знаю, где находится бронзовый денежный принтер. Я уж сломаюсь, ты бью деньги. Сегодня мне 2К дали. Вот этот денежный принтер находится вот здесь вот. Я вообще взломаю, короче. Не знаю, где он находится. Надеюсь, его оттуда этот пацан никуда не... не вынес. И вот здесь. Ах ты ж. Смотрите, какой хитрый. Окей, у меня есть кое-что хорошее. Фак, я не знаю, как это. Мне нужен денежный принтер, алло. А локпиком это можно ломать? Локпиком это нельзя взломать. Ладно, будем пробовать. Ладно. Мэр, кстати, убили. Сделал панно на... Я просто... Мне нужен этот денежный принтер. Чё за хрень? Так. Мне нужен этот денежный принтер. Мне нужен этот денежный принтер. Где эта хрень? Где эта хрень? Пожалуйста, дайте мне его. Ладно. Ванна в помощь. Лев. Ай! Охренели? Кто меня убил? Жопте. Сейчас за полицию зайду. Киллер. Знаешь, снаружи дом стоит. Чё ты творишь? Чё ты стреляешь по дому? Всё, жопте. Так, радио. Где мое радио? Спидкамера. Кто-то палит, я слышу. Просто здесь у кого-то был бронзовый принтер, я это помню. Ну, как обычно, засады постоянно. Фак, это так тяжело. Ладно, давайте попробуем. Вот свет. Так что, всё, продолжаем. Короче, пофиг на этого пацана с денежным принтером. Потом мы сами себе принтер заведем денежный. У нас он потом тоже будет. Короче, пока же пойдем всех, наверное, мочить. О, тихо. Уважаемый пистолет, уберите, пожалуйста. Не пугайте, вы не пугайте. Уберите, спасибо. Так, братуха, ладно. Деньги давай. Охуе. Оружие убери. Пиздайте, сука.
Сейчас, короче, убивать его будем. У нас денег пока что нет, все равно мы их не брали из банкомата. Сейчас, кстати, я придумал кое-что. Короче, создать себе дом и спрятать денежный принтер. Здрасте. Зачем мы задание делать? Зачем ты назовешь, братан? Идеально лайк. Ты не должен знать часто, что было. Ты мертвый. Ты уже другой. Базу с денежным принтером. Кстати, у квартир ни у кого нету. Ну, не куплена она. Главное этот денежный принтер заныкать хорошенько. О, лол, станция метрополитена. Она, может, ведет к этому? Нет. Давайте мы посмотрим. Критакун, кто это такой вообще? Анимешник, наверное, какой-нибудь. Это портал, в котором денежный принтер можно хранить. Я его покупаю. Фак, мне надо бабло еще взять. Кто палит? Я слышу, кто-то палит. Мне надо взять деньги и купить денежный принтер, потом уже их накручивать. Слушай, чувак, не иди. Чувак, ты идешь? На метр по дизайну пошел. Короче, вам надо? Что я сделал? Был фиги. Тупые люди. Так, я снайпер полиции ебну. Я не знаю, кто из них. Я только что стала моном. Вот прям полиция только что. Я секунду назад, честно. Я вот возродился полицией. Отвечаю. Я только что был гражданином. Я не знаю, проверяйте, как хотите, я прям отвечаю. Окей. Но я тут не при делах, если что. Что-то случилось. Идюк стоять. Обращаюсь, посмотри последнее правило администратора. Лел. Чувак. Короче, вот кто-то. За, а он спросил, пожалуйста. За, молчи. Честно. Он спрыгнул. Сейчас можно мне уйти? Мне насрать. Я потом еду домой. Бля, а что я сделал вообще? Рассказывай, что ты. Короче, кто-то вот были полицейские, да? И ну? И тут по дороге, да? И меня кто-то убивает. И тут пера полиция думала, вообще виновата. Я вот только что... Вот вряд ли вообще виноваты. Вот можно знаете, я вот... скажу, пожалуйста, секундочку? Что? Уделите, пожалуйста, секундочку. Уделите, пожалуйста, секундочку. Удалите. Я минуту назад был гражданином вместе с мэром в мэрии. Меня убили просто, мне сделали фрикил, нас убили с мэром, с моим другом. Мы сделали, да, да. Родился полицейским, все. Я еще видел, в чате написано было то, что мэр убит. Но я в этом вообще никак не влияю, ни при чем как бы. Мне сервак плакал, зашибись. Сейчас еще если автодисконнект, все будет вообще ужасно. Че, меня забанили? Блядь, если мне сейчас автодисконнект, я не надо. Автодисконнект.
Ладно, если вам понравилось, то подписывайтесь, комментируйте, лайки. С вами был я, Никита, всем пока.